Добрий вечір, шановні друзі. Кінематографічну долю моєї сьогоднішньої співрозмовниці вдалою назвати не можна. Втім, майже 5 років вона була дружиною видатного радянського письменника, режисера та актора Василя Шукшина. Сьогодні у нас в гостях актриса Лидия Чащина. Мне говорили, что у Василия Макаровича были какие-то особенные отношения с интеллигенцией, что рафинированные интеллигенты его обожали. Вот, мол, оно настоящее. Они его, да, он их нет. Они их его ненавидел. Да. Но интеллигент всегда любит природное, земное, естественное. Интеллигент всегда любит очень правду, невычурность. На то он и интеллигент. Он часто ошибается, кстати, интеллигент. Да, почти всегда. Он их не любил. Нет. Нет. Вот как я уже сейчас понимаю, даже не потому, что он не любил, а был момент досады, зависти, что вот у них так сложилась жизнь. Ведь вот почему я его осуждаю? Вот говорят, не суди, не судим и будешь. Это я не придерживаюсь этой фразы, потому что я, если бы ему в зрелом возрасте я была, встретилась, да, безусловно, мне нельзя, вот как Федосеева. Вот она встретилась уже хорошо знающей жизнь, поэтому пускай лучше молчит. Он ей все сделал, и карьеру, и так далее. Все Конечно. Сделал, и положение. Но вот почему со мной он так обошелся, с желторотиком, с птенцом? Вот он же был настолько уже умный, опытный, он уже настолько знал Крым, Рим и так далее, что почему вот он свою зависть к этой жизни перенес на вас? Перенес на меня. Вот почему он с моей судьбой не посчитался никак. Вот меня что гложет. Потому что до сих пор, ну разве можно пробивать себе карьеру, прописку, там, положение, сценарии, пробиваться любыми путями? Ну разве можно было вот так вот меня своими действиями, фактами убивать? Ведь я же потрясена была его подлостью. Это же подлость. Например. Ну а как же? Человек потерял паспорт, не сказал, что он женат. У него чистая страница, он не женат. На 3-м году жизни я узнаю, что он женат, прочитав письмо от его жены, которую он, у него пачка такая была, перевязанная этой бечевочкой. И я осмелилась раскрыть эти письма. Мария Шумская, да? Мария Шумская. Я прочитала, и я поняла, что он таки женат. Она жила там, она на Алтае, да. В Сростках. Да. Ну, и я, когда он пришел, я так рыдала. Я говорила, ты же говорил, что ты не женат. Мне же мама говорила, что ей комендантша сказала. А комендантша говорит моей матери, вашу девочку уберите от него. Это такой бабник, это такой пьяница. И говорит, я вас очень прошу, говорит, что ж, говорит, она ваша чистая девочка, вот так в его лапах и так далее. Моя мать примчалась в институт, говорит, ты что делаешь? Он же женат. Я к нему. А он мне паспорт показывает. Говорит, они все врут, верь мне. Это не подлость? А когда вы приехали с ним в Сростки, где была Мария? А я не знала этого. Мне ни мать, ни... То есть она была там? Она была там. Он к ней приходил? Если бы я знала, что она там живет, его жена, да я бы в жизни туда не поехала. Он к ней приходил в это время? Нет. Нет, он не приходил. И она не приходила. Было в нем что-то от Распутина, на ваш взгляд? Убеждена, да. Такой же игравший простачка? Абсолютно. Такой... Такой сельской всех. Парень, да. Такой так нальет чаек в блюдечко, так блюдечко это на 5 пальчиков, так серпает, а сидят эти рафинированные, вот это Румянцевы, мама с дочкой. Мама такая дворянка, такая просто вся утонченная, дочка это ее литератор, филолог. Эти канареечки, это потрясающая атмосфера в доме. И они смотрят на него. Ой, восхищенно. Сама земля, сама земля. А еще когда этот кусочек так хрум-хрум, да в прикусочку. Ой, А я сижу, которую сестрой назвали. Почему? Сестрой назвали. Почему? А как же он придет к редактору журнала «Октябрь»? Она была там, ну, по сути, от нее все зависело. Хотя главным редактором был Кочетов. Угу. Подожди, журнал «Октябрь». Кочетов, да. Кочетов. Да. А она там, по сути, ну, как бы фильтр... пропускать. Ну, то есть, ему не до журнала. Ему не, да. И, короче, как же он придет с Лидочкой и скажет, что это его жена или любимая женщина? А он хотел обольщать кого-то там? А дочка вот этой... Румянцевой, значит, он мне сказал, я еду по делам. Я говорю, а я еду к Оле Красиной, к подружке. Я поднимаюсь по Краснопресненской, как сейчас. Вот вижу спина... Василий. Да нет, не может быть. Василий. Забежала вперед. Говорю, Вась, ты чего? Он растерялся. Он не знает, что сказать. Короче, выходим мы из метро. Он говорит, слушай, ну ладно, уж коль так получилось. Но я вот иду сейчас знакомиться с редакторшей журнала «Октябрь». Ну ты же видишь, твою мать, что вот все, что творится, все меня отфутболивают, все им не так, не что деревенщина, что-то не тот стиль, не тот язык. Но ты понимаешь, а там у нее дочь, старая дева. Я говорю, так что? Ну что ты что вообще уже, тупая, что ли, такая? Ну, ты понимаешь, ну, мне надо туда пробиться. Ну, что, ты не можешь сыграть? Он хотел имитировать ухаживание за дочерью или хотел идти дальше? Я говорю, а что ты хочешь? И вот мы пока дошли до этого домика, частный сектор, я ничего понять не могла. Для меня это тяжело все это было понять. Я думаю, да. И когда мы пришли, и там были пироги, самовар, такой русско-купеческий стиль жизни этих людей. Эти потрясающие фикусы, эти канареечки, это свежевымытые полы. Там они так подготовились, и сидел какой-то писатель, очень красивый мужик. Угу. И Вася, по сути, туда шел читать им рассказы. И он, перед тем, как читать рассказы, мы сели за стол, потому что они нас пригласили с пирогами пить чай. И когда мы садились за стол, то вот эта дочка, Ирина, как сейчас помню ее, Ирина, она говорит, простите, но вот вы меня познакомили, что это Лидочка. А кто она? Я только хотела сказать, я студентка ВГИКа, я вот жена. А он, это моя сестра. И они увидели мою реакцию. Я, во-первых, настолько обалдела, у меня язык отнялся. А она продолжает, Ирина, говорит, а что же вы так не похожи? Он говорит, ну у нас мать одна, у нас отцы разные. Вот я как сидела, я ни к чаю не прикоснулась. Хотя они говорили, а Лидочка, а чё ж ты... А я не могу слова сказать. Вот я сижу, канареек слушаю, у меня комок в горле. Это не подлость. Опубликовали его в октябре? Это не подлость. Опубликовали его в октябре? А? Вот когда вот я рассказываю этот фактаж, это разве не подлость? Не, ну конечно. Опубликовали его в октябре? И когда мы вышли, он меня взял за плечи. Ну, виноват перед тобой, ну, виноват. Но ты понимаешь, что нам лучше будет, когда я пробьюсь. Да, его опубликовали. А Ирочка что? Потом он уезжает в командировку. Его нет 2 недели. Через год только я узнаю, что он пришел к ним жить. Он жил у них 2 недели с ней. И они ему сделали прописку. В кинематографической среде сильно пили. Вот через год, когда я это узнала... В кинематографической среде... Я уже тогда ему научилась пощечины давать. Но толку-то? Сильно пили в мире кино. Ну, в той компании, в которой была я, пили сильно. В другой компании не знаю. Но я знаю, что в общежитии, вот когда я была студенткой... когда были деньги, пили. Я помню, там был такой, он на киноведческом учился, Игнат Пономарев, тоже сибиряк, и очень дружил с Шукшиным, очень. И вот однажды у них был такой запой, у этих двух гавриков. А я где-то в Сокольниках с Шукшиным жила. Где-то там у нас далеко-далеко была квартира, но по дешевке снимали, однокомнатную. И я прослышала в институте, что они, значит, в комнате в 517-й. Все в той же. Там же, значит, квасили и так далее. И вот я туда примчалась. Я приезжаю, один лежит, голый матрац. Вот эти койки жуткие с этими сетками. Подушек нет, просто то ли там какой-то ремонт был, я не помню, но вот там стояли 4 кровати, и на 2 только были голые грязные матрацы. Грязные. На одном Шукшин спал, на другом Игнат Пономарев. И я от злости, что я пережила, что я давай одного и второго. Короче, я их все-таки как-то распотрошила. Ну, распотрошила, господи, разбудила. Разбудила. И когда Игнат встал, значит, ну, чего ты там, значит, ну, я, конечно, била и того, и другого. Били. Но они же совершенно невменяемые были. Ну, я их привела в чувство. И вот встает Игнат и говорит: я тебе сейчас дам деньги. Сходи, купи, невозможно, то есть не опохмелившись, невозможно ничего делать. Но, естественно, я говорю, какие деньги, куда опохмеляться там и так далее. И он встает, и я вижу огромное чернильное пятно. Чернильное. И стоит Шукшин и говорит: Игнат. А тот: что это такое? Игнат. Игнат, этот Шукшин говорит: Игнат, ты уже чернилами ссышься. Чувство юмора не покидало никогда. Я, конечно, пошла и купила им бутылку. Ну, за такое, конечно. После этого я пошла, купила бутылку. Конечно, они опохмелились. Конечно, мы поехали в Сокольники. То, что я сейчас рассказываю вот с каким-то смехом, это сейчас смешно. Конечно. Но тогда я занималась только Шукшиным. Я его вытаскивала, я его разыскивала, я искала, я уходила. Я занималась только им. Я вас процитирую. Вася начал открывать мне наивную жизнь, стал водить по друзьям, а на столе везде водка. Да? Я попала в компанию, где считалось хорошим тоном выпивать, курить, а потом чайниками глотать ячменный кофе и бежать на занятия. Это вообще житель, Шукшин и меня всему этому учил. До него я и глотка водки не попробовала, ведь у нас в доме алкоголя не держали. Что в пьяном состоянии он делал? Вот что он вытворял? Он многое чего делал пьяным. Он буянил, он кричал, ругался. У него, вот у него интересная какая-то, я даже не знаю, как это назвать. Вот он, когда пил с мужиками, с друзьями, это был один Шукшин. Когда он пьяный приходил ко мне, это был совсем другой Шукшин. Там он говорил о России, о женщинах. О вещах очень... О глобальном. О глобальном. Когда он приходил ко мне, он вспоминал все матерные слова, которые в мой адрес шли. Непонятно вообще почему. Потому что я всегда поражалась. Думаю, ну вот буду сидеть тихо-тихо, вот ничего не буду говорить. Но все равно какая-то зацепка находилась. Все равно у нас происходил скандал. Потом, на другой день, он мне говорил: ну, дурак, ну, дурак. А может, ты меня спровоцировала? А может быть, это ты что-то сказала? И я вот так и не знаю, то ли он играл, То ли он на мне показывал какие-то свои садомазохистские вещи, то ли он видел, как я его боялась и как я дрожала. Обоялись. Ой, я его вот первые года два, для меня это мука была. Я его так боялась. Причем я просто боялась физически его. Дима, это... Мне кажется, он даже и не помнил, что он делал. Потому что у него почему-то по отношению ко мне какие-то боксерские вещи просыпались. Он почему-то, как этот вот Мохаммед Али, прыгал бабочкой по рингу. Вот так он по квартире прыгал, и я от него бегала по всем углам, и он все время пытался меня достать нокаутом. Это же ужас какой-то. Это вот кому рассказать, вот если заснять эти вещи, это вот то, что я выдержала. Я вот потом, когда смотрю фильмы о пьяных мужиках, вот что они вытворяют, я думаю, боже мой, я еще не то вытерпела. А кому рассказать? Матери? Она только всегда мне говорила, уйди от него, уйди от него. Уйди, он тебя зашибет, уйди. А кому рассказать? Его матери тоже смысла нет. Но самое интересное, что он при своей-то матери так не вел себя. Там он однажды что-то ей сказал, она так на него цыкнула, что он, да. Ой, мамочка, прости, прости. О, не-не-не. Там он ее... Там совершенно другой Вася был. Он, я знаю, говорил вам, не хочу, чтобы моя жена была актрисой, уходила, да, из ВГИКа. Да. Он вас ревновал? Слушайте, ну вы красивая женщина вот такая. Если есть слово «ревновал», люди, в принципе, ревнуют всегда друг друга. И мне ревность присуща. Я тоже ревновала, когда влюблялась в дальнейшем. Но эта ревность не... Вот у него ревность, ее нельзя назвать ревностью. Это какая-то похабщина. Это... Вот... Если я иду по ВГИКу, по коридору, и он встречает меня, допустим, с каким-то студентом, или я из ВГИКа в общежитие шла, вот он меня однажды увидел, там у нас такой красивый оператор был, армянин, помню, Нарсесс его звали. Что-то мы с ним шли, болтали, и он меня с ним увидел. Ну что такого, что я с ним шла? Я такое получила в свой адрес сначала словесно, потом я получила по-другому еще. Боксерски? Это, ну, там, не буду это. Я когда вот вспоминаю, я так думаю вообще, почему я это все терпела? Вот я не могу объяснить это. Нас однажды наша Мария... Как же Мария Васильевна, комендантша, написала на Шукшина во ВГИК Грошеву докладную, что он вытворяет. Он там ботинком разбил, часы в коридоре висели. Он кричал, что я ему рога ставлю. Прям на весь этаж пятый он кричал, что она такая-сякая, значит... Выпивший был, да? Пьяный. И он снял ботинок, он уже в ботинках был, запузырил, значит, в часы и разбил эти часы. И она написала на него докладную. И, естественно, нас вызывают туда, к Грошеву, потому что мы были притчи во языцах. Мы идем, и Вася говорит, ну вот что ты скажешь? Бледная идет, трусливый идет. Что ты скажешь? Я говорю, я скажу, что это я во всем виновата. Ты не волнуйся. Лидок, ты так скажешь, да? Я говорю, да, я так скажу. Мы пришли во ВГИК, Грошева не было. Мы там подождали, что-то он куда-то уехал. Так нас никто потом и не вызывал. Он там возместил деньгами все это. Но вот этот факт, а? Что за инцидент случился после премьеры картины «Живет такой парень» в Доме кино? Он никогда меня ни перед кем не защитил. Никогда. Даже не знаю, чем это объяснить. И вот я не знаю, как объяснить наши отношения. А что инцидент? Живет такой парень, премьера. Пришли в ресторан. Там была Ахмадулина с Нагибиным. Валя Гинзбург, оператор. Марк Донской был. Он тогда очень дружил с Гинзбургом. И Гинзбург его пригласил на премьеру. Донского, да? Донского, да. Был, если я не ошибаюсь, был друг Нагибина, такой ленфильмовский режиссер Володя Шредель, кажется, его фамилия. Кажется, Шредель. Ну, в общем, я помню, вот с ленфильма еще режиссер был. А по эту руку сидел Артур Макаров, приемный сын Макаровой. А Вася с Донским сидел на другом. Тут сижу я, вот во главе стола, а там он сидел с Донским. Ну, естественно, там что-то заказали, естественно, там подняли рюмку, там выпили за картину и так далее. Там начались комплименты, какая картина, там в мой адрес, там вот, в адрес Гинзбурга и так далее. И вдруг после третьей рюмки на весь... А ты, а ну скажи, с кем ты там мне рога ставила, а ну... Причем это вот так неожиданно, что вот теряешься, вот не знаешь, как поступить. Вот сидишь, они... и люди все сидят и не знают, как реагировать. А он, ну скажи, скажи. А Марк с ним сидит, говорит: Вася, Вася, ну ты что, ну у нас же премьер. Она сволочь. Она из меня там что-то, я кровь пила у него там и так далее. То есть, ну, вампир я. Вот. А что я сижу? Я сижу, у меня руки-ноги трясутся. Я ни вилку, ни ложку не могу, ни нож держать уже. Комок в горле и все. Он же меня при всех унижает, я не знаю как. Но другой бы мужик встал бы, вот кто-то бы, наверное, не знаю, вывели бы там его или по роже дали. Никто не встал. А это все сидят и говорят: Лида, будь выше его. Ну ты же знаешь, какой Васька. Ну он завтра проснется, он опять будет тебя просить прощения. Ну то есть, короче, мол, ну считай, что это вот его, так сказать. Вот. И Артур тут этот сидит, товарищ, который... Он потом снимался вот в «Калине красной», этого бандита. Рожа такая бандитская. Но он и закончил плохо. Очень его убили. Ой, как я на него. И он меня при всех унижает, кричит, матюкается. И все говорят ему, значит, Вася, Вася. Ну, и это Белла, великая поэтесса. Вася, не надо так, она же женщина, Вася. Ну, короче, проходит иное время, как-то так немножко там все притушилось, вот, а потом, когда уже так все, уже все скомкано было, и, конечно, когда уже начали расходиться, и вдруг он поворачивается и говорит: так, Нагибин, плати за все. Плати за все. Нагибин потрясающий мужик был. Потрясающий. Писатель шикарный. Я с ним ездила, когда на первый всесоюзный кинофестиваль. Я представляла «Живет такой парень», единственное, потому что Леня снимался. Это же его сценарий, да? «Живет такой парень». Нет, это Шукшин, это Шукшин написал, да, по своим рассказам. Леня куда-то уехал сниматься, у Василия тоже что-то, какие-то съемки были. И я приехала эту картину представлять, и приехала Ахмадулина с Нагибиным на машине, которую вел не Нагибин, а какой-то шофер. Володя, помню, его звали, потому что Нагибина что-то тогда прав лишили за что-то. И они взяли вот этого мальчика. И так как они со мной познакомились, чита Нагибинах, они все время меня приглашали пообедать вместе. Мы ездили по кинотеатрам, представляли картину, я была у них в машине. И поэтому как-то вот за там 5-6 дней мы очень как-то так сроднились. До теплохода. Теплоход, который в конце всех этих программ, значит, фестивальных, повез нас по Финскому заливу. И вот там хорошо в трюме, хороший бар, хорошее спиртное. И там все, значит, наклюкались. И очень хорошо наклюкалась Белла Ахатовна. Угу. Вот. И этот самый Нагибин, он почему-то ее не звал Белла. Ее Машка. Машка. Ну, люди по пьяни не так еще называют друг друга. Вот он ее Маша, а там ее окружили грузины. А она же потрясающие переводы сделала. Да, да, потрясающие. Да. И они как в благодарность, что она переводчик такой потрясающий. Они там выставляли, они такие тосты говорили. Она там купалась в этих лучах славославия, славословия, славоблудия, всего что угодно. И, короче, он сидел со мной, а мы были трезвыми. Что-то вот не пошло нам спиртное, и он мне всеми говорил, ну надо же, как сидит, весь кипит, что там около нее эти грузины, они ее облепили, и она же, в общем-то, очень эффектная да. женщина, и она там, конечно же, читает и стихи, и говорит, и все такое, и такая вся утонченная, а он мне говорит, ну моя Машка, вот ты смотри, как она себя ведет, и так далее. А я говорила, Белла, идите к нам, идите. Она, Лидочка, я пока тут посижу, тут мне интереснее. И, короче, после этого ко мне подошел один из устроителей фестиваля и говорит, я вас очень прошу, не подходите больше к Нагибину. Говорю, что такое, почему? Потому что сейчас между ними произошел скандал, и Нагибина она упрекала, что Нагибин со мной, а он ее упрекал, что она с грузиной. И вот у них там скандал. Значит. Понимаешь? И мне этот устроитель говорит, я вас очень прошу, не подходите больше к Нагибину. Меня это так задело, что... Я на него смотрела, говорю, так вот я нарочно теперь к нему буду подходить. То есть вот этот дух противоречия, я потом думаю, зачем, чего? Но меня обидело это страшно. Да. Шукшина, сказали вы, преподносят народу как эталон нравственности, как всеобщего кумира. Еще бы, какие картины снимал, какие книги писал, талант. Но нафиг мне нужен талант, который издевался надо мной всю ночь, а утром уходил, сказав, прости, дурак был. А со мной что творилось? Я оставалась униженная, побитая и раздавленная. Почему он вас бил? Из ревности или просто так? Дима, вы задаете вопросы, на которые вам не ответит ни один философ мира, тем более Лидия Александровна Чащина, которая до сих пор не может понять, вправду ли я жила вообще с ним. Мне иногда это кажется, что этого вообще не было, потому что нормальному человеку то, что было между нами с Шукшиным, вынести это невозможно. Нормальному человеку. И нормально все это классифицировать, разложить по полочкам или же логически обосновать, вам ни один психиатр это не обоснует. Я не знаю, как мне вам отвечать на эти вопросы. Вот вы говорите, почему вот он вас бил? Но вот до тех пор, пока я сковородкой его не шарахнула, продолжались вот эти дела все. Но самое интересное, что после сковородки этого не было. Он бил вас сильно до крови? Нет. До крови он меня не бил, потому что я ему тоже потом сдачи начала давать. У нас сначала с ним битье заключалось в том, что он мне пощечины давал. Меня это... Первую пощечину в жизни, которую я получила, это была пощечина от Шукшина. Пьяного Шукшина, который сказал, что я ему делаю рога в коридоре ВГИКа. У него это была коронная фраза, что я ему все время рога делаю. Дима, ну может это нормальный человек говорить? И нормальная может жена, женщина, я не знаю, сожительница, нормально можно после этого продолжать жить с человеком. Он и мужчин тоже бить пытался? Никогда в жизни. То есть только с вами? Он Он настолько подначивал вот моего брата. У него была история с поляком. Во ВГИКе учился какой-то поляк, то ли на их курсе. Тут я не знаю, то ли просто во ВГИКе. Им не хватило водки. А тогда магазины в 11 часов закрывались. И они с этим поляком пошли покупать эту водку, а перед ними дверь захлопнулась. И они давай бить эту витрину. Так поляка выгнали из ВГИКа и выслали вообще из Советского Союза. А за Васю вступился Ромм. Смотрите. И Ромм даже, Вася даже 15 суток за это не получил. Потому что Ромм, я читала его ходатайство. Ромм писал, что это уникально одаренный человек. Что я прошу не ломать ему жизнь. Смотрите. Да? Смотрите. Он Рому обязан по гроб жизни, что тот его принял во ВГИК, что тот его спас от неминуемого пятна. И Ром неоднократно его спасал. А он помнил это, Шукшин? Нет. Нет. Потому что когда он закончил ВГИК, когда диплом получил, он не знал, куда дальше, так сказать, ну... что, как у него сложится карьера, и он все время говорил, вот мне никто не помогает, значит, и так далее, но тут Герасимов ему помог. Герасимов его обожал. Хотя Герасимов далеко, так сказать, не его аж педагог. Конечно. Я не буду рассказывать какие-то вещи, которые не надо рассказывать. Я понимаю. Их никогда не надо рассказывать, но это вот так со мной и уйдет. Может быть, я когда-нибудь вам наедине это скажу, но... Рома, он, конечно, в этом плане, ну, невежливо отзывался, что тот ему не помогает в дальнейшей карьере. А Герасимов таки ему помог. Хотя Ром его спас неоднократно от его всяких скандальных дел всяких. И снова ссылаюсь на вас. Мучительно больно вспоминать, какой паскудой был этот великий Шукшин в семейной жизни. Побои прекратились лишь после того, как я огрела его по голове сковородкой. От неожиданности он присел, тер затылок рукой, сквозь пьяные слезы причитал. Зверина, прямо по темечку. Да. Я готова была его убить. Никогда Шукшина не прощу. Не прощу. Хотя мне тяжело жить с этим. Вот говорят, что надо простить, и тебе легче будет. Как я не пытаюсь, как я не Библию не притягиваю, как я не притягиваю, что надо быть уже ты переступаешь тоже через какой-то порог, что ты православная, ты крещеная, что у тебя должна быть какая-то... уже мудрость такая, что уже все-таки надо какие-то вещи понимать, соотносить. Хуже бывает, как жили люди. Что все-таки он оставил, так сказать, пускай грубый, с похабщиной, с мордобитием, но он все равно, это его любовь вот так выражалась и так далее. Вот это все понимаю только теоретически. И когда я начинаю отматывать, начинаю все анализировать, нет, я не могу ему простить. Не могу, потому что я настолько была... Но он не имел права так со мной обращаться. Ну, не имел права, потому что я не была ушлой бабой, я не была какой-то стяжательницей, вымогательницей. Я не... Я была очень чистым человеком, Дима, поверь. Насчет стяжательницы и вымогательницы, я вас снова цитирую. Шукшин был по-крестьянски прижимистым. Ни одного цветочка за всю нашу совместную жизнь мне не подарил. Никогда. Пары чулок не купил, я ходила в штопанных. Никогда. Я не могла выпросить у него пару рублей на чулки. Так и ходила год за годом в том, в чем меня мать из дому во ВГИК снарядила. Еле-еле выпросила у Васи синтетическую шубку. Он считал, баб надо в черном теле держать, потому что они все суки, а на мою и так все заглядываются, так что лучше пускай ходит в рванье. Слушайте, мне даже немножко нехорошо сейчас сердце. Что вы так меня разбередили? Одно дело давать интервью журналистке в газете, другое дело, когда ты понимаешь, что на тебя будут смотреть. Я вот даже так сейчас думаю, правильно ли я делаю, потому что... Люди, которые его творчество любят, они и так будут любить. Что такое Шукшин и Лидия Чащина? Я так просто думаю, вот люди, которые будут смотреть, они будут ведь вот как думать, убеждена. Ну, подумаешь, какая-то там одна, там, Чащина. Что она вообще сделала, что она из себя представляет. А Шукшин, он дал столько миру, зрителям, поколениям и так далее. Но пусть на мое место сядет любая, кто так думает. Да. Вот пусть. Да. Почему? Потому что вот я думаю, хорошо, вот если бы Манька, Светка, там, Пашка, какая-нибудь Варька была бы женой Шукшина, я бы не знала его. Я бы только смотрела картины, читала бы. Вот как бы я думала? Я бы, наверное, думала так. Ну, все бывает в жизни. Ну, муж и жена, одна сатана. Ну, не сложилось там у них, ради бога. Ну, но Шукшин... Наверное, бы я тоже так думала. Но вот почему я попалась в его жернова? Вот меня до сих пор, вот в чем у меня моя трагедия, что я до сих пор самокопание вот это мое. Но почему судьба так распорядилась, что вот на мои неокрепшие, неопытные плечи свалился этот мужик? Своеобразный, жадный, бесконечно грубый, у которого даже понимание, что перед ним женщина, ребенок, у него этого не было в натуре. Вот для него женщина – это как, ну, обслуживающий персонал. Чтобы он хоть раз спросил, как я себя чувствую, никогда в жизни этого не было. Я не знаю, может быть, он поменялся с годами. Может быть, когда он стал отцом, может быть, что-то в нем, ведь он же далеко не дурак. Да, конечно. Ведь он же пишет вещи, так сказать. Кстати, что касается женских образов, у него их нет. У него нет тонкости понимания женщин. Но у него есть тонкость понимания людских отношений. Вообще. Человека. Но почему же, и я нахожу ответ вот сама для себя, что он знал, что мы рано или поздно разойдемся. Он знал это. Может быть, у него вот от этого шло, и деньги мне не давал, и колотил меня. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була колишня дружина видатного радянського письменника, режисера та актора Василя Шукшина, актриса Лідія Чащина.